Дорогие российские друзья, сегодня мы с вами поговорим о языках в Беларуси. Начнем с самого интересного, с того, что в России не встретишь часто. Я пью чай с малиновым вареньем. Я в чаях в этих не разбираюсь, потому что, ну, чай надо, наверное, пить, как он есть. На каком языке говорит Лукашенко? Белорусском. Белорусском. Русском, не знаю. Когда, я бы сказала. Когда на русском, когда на белорусском, когда не знаю на каком. А будьте добры, на каком языке говорит Лукашенко? Тросянка. Итак, вы услышали слово «тросянка». Этот феномен активизировался в Беларуси в 60-х годах прошлого века, когда в Беларуси началась принудительная русификация. Тросянка – это смесь лексик двух языков. В нашем случае – русского и белорусского. Давай у всех пои друзей. На такси ездил, курей копченых набери, и прямо у такси таки сидеть. Эта курица невкусная, в окно ее. Когда я приезжал назад, первый месяц всегда трудно было общаться, потому что я гэкал, чекал, я говорю как на тросянке. Стоп! А вот тут уважаемый музыкальный исполнитель ошибается. Он продолжал говорить по-русски, но с белорусским акцентом. Так же, как и руководитель Беларуси и огромное количество белорусов. Повторяю, тросянка – это смесь слов. Для белорусов более-менее старшего поколения русский язык был чужим, вынужденно изученным, а говорить на иностранном со своим произношением – это нормально. Таким образом, отвечаю на вопрос этого выпуска. На каком языке говорит Александр Лукашенко? На русском. А вот чому и як отбылася примусовая русификация в Беларуси, про гэта мы поразважаем у наступным выпуску.